Четвертый раз на омском велотреке состоялись престижные соревнования первенства России по велоспорту. В старте приняли участие юноши и девушки 13 и 17 лет, представители 9 регионов нашей страны. Это все наше будущее, на которое мы будем потом опираться, будет, по сути дела, опираться вся страна. 10 регионов, сами представляете, я считаю, что это достойно. Мы отработали вот 4 года, в итоге потихоньку вышли уже на такой рубеж. Я думаю, что на следующий год будет еще интереснее. Сами видите, мы работаем. Мы делаем все для того, чтобы было не только участникам, но и представителям интересно, чтобы они сюда и к нам ехали. По словам специалистов и тренеров, четвертое национальное первенство сильное по составу и уровню подготовки спортсменов. Гонщики Тульской области во многих дисциплинах лидеры. Так, в ГИТе на 1000 метров с места они заняли весь пьедестал. Во-первых, это опыт на соревнованиях. Он очень помогает спортсменам на всяких разных соревнованиях. Вы успешно выступаете. Как ты думаешь, в чем секрет успеха вот вашей команды, ваших спортсменов? Я думаю, это настрой. Надо настраиваться на гонки, и все будет хорошо. Трек очень хороший, мне понравился. Я первый раз на 250-метровом треке катался. Вот, и мне очень понравилось. В скретче среди юношей 15-16 лет триумфатором стал москвич Артем Кондратьев. В аналогичной женской гонке первенствовала Ксения Семенцова из Удмуртии. Лучшая заметчик в этой дисциплине Анна Полецкая остановилась всего в шаге от пьедестала. Прошедшая спартакиада молодежи, где Омская область заняла 5-е место, это после победителей как раз Тульской области, Санкт-Петербурга, города Москвы и Московской области. Мы вот сильнейшие регионы замкнули в этом. И из 20 регионов. То есть вот наше сегодняшнее место. Мы приблизились к сильнейшим спортсменам вообще нашей страны, так скажем. Ну а наши спортсмены достаточно неплохо готовят. 5-е, 6-е место на первенстве России. И состав региона здесь очень мощно выставлен. Также в рамках первенства страны проходили всероссийские соревнования на призы заслуженного мастера спорта Советского Союза Эдуарда Рапа. Здесь омичи смогли выиграть 14 медалей разного достоинства. Среди юношей 15-16 лет в ГИТе на 200 метров сходу лучший результат показал Александр Проценко. Ну, это некий подготовительный этап. Мы проверяем новые всякие элементы в разминке и самих соревнованиях, передачи, колеса и все остальное. С 7 по 9 сентября здесь же на велотреке состоятся международные соревнования Гран-при Омск, а также чемпионат России по велоспорту.